дорогую, любимую жену и маму Людмилу Александровну Бирину с днем рождения сердечно поздравляют муж и дочь. Говорят, есть на свете женщины, гармонично наделенные всеми достоинствами. Прекрасны лицом так же, как прекрасны душой, умны и великодушны, рассудительны и дружелюбны. Они готовы дарить свое тепло и любовь без остатка своей семье. Сегодня мы можем сказать, мы знаем такую женщину, и в эту минуту поздравляем ее с днем рождения. Милая, дорогая наша именинница, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы жизнь твоя была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами. Пусть в душе твоей никогда не иссякнет источник доброты. Иди по жизни смело и прямо. Пусть в трудные минуты рядом окажутся твои близкие и друзья. Пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью. Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных. Пусть все сложится так, как было задумано. Будь счастлива! Тебя, семьей своей дружной, мы с днем рождения поздравляем. Пусть счастье над тобою вьюжит, ни на секунду не стихая. Своим веселым настроением, совсем о скупости не зная. Делись с прекрасным окружением, чтоб жить в пучине обожания. Любимой будь ты неизменно и никогда не огорчайся. И каждым новым днем волшебным со всей отдачей наслаждайся. С праздником тебя!